Трибуны поддерживают. После субботней победы от команды требовали закрепить успех. Видимо, такая ответственность сбивала. Игра началась негладко, но болельщикам надо отдать должное. Наша команда всегда впереди. Ну вот сегодняшняя игра как бы. Очень хорошая команда. Сейчас после перерыва попрем вперед. Вчера также примерно начинали, чуть-чуть проигрывали, но потом сделали камбэк обратный. Было очень напряженно. Надеюсь, сегодня также будет все здорово и выиграют ребята. Но, видимо, такой был день. Даже у фанатов не все получалось. Парни на мосте, да, на мосте. Но ты-то первый пришел. Четвертый период. Алтай Баскет идет вперед с очень небольшим отрывом. Но у соперников какая-то невероятная реализация трехочковых. Но пока еще это не конец. Обиднее всего, что главный тамбовский снайпер Василий Гладышев, 4 сезона отыгравший в Алтай-баскете. У него из 10 трехочковых бросков 6 в кольцо бывших коллег. Статистика почти как на тренировке. Да и по словам старшего тренера баскетовцев, наши не оказали должного сопротивления. Сегодня, наверное, не Тамбов выиграл, а мы проиграли. Мы слишком много создали, особенно в защите, опций, которыми опытная команда Тамбова, конечно, воспользовалась. Мы боремся внутри команды за организацию игры, и сегодня мне пришлось бороться как бы с игроками за организацию игры. Счет 65-77 в пользу гостей, хотя на субботней игре наши у Тамбова победу забрали. Да и вообще идут по сезону неплохо, так что надежда есть взять реванш у тамбовцев, а может по окончанию сезона и место в тройке лидеров. Андрей Дреер, Николай Шилко, День с толком.